Давайте пообщаемся немного, разрядим музыкальную обстановку чуть-чуть, живым общением. Есть у кого-нибудь какие-нибудь темы, вопросы? О, привет! Привет! Спрашивают. Сегодня нет. Луна, ты можешь на жертве? Я думаю, да, но очень хочется как бы надеяться и верить. Ждем тебя! Мы вас тоже ждем. Я думаю, да, скорее всего, получится, потому что вроде как бы все хорошо. И такой рок-движ, который мы тоже поддерживаем. Ну пока не знаю, вот сложно сказать на самом деле. Мы бы с радостью посетили все вообще, все фестивали, какие только есть, в принципе. Фестивали мира. Ну, кроме Чернобыля. А потом я вернусь оттуда с четырьмя голосовыми связками. Нет, с шестью. Тогда космонавты. Запасные будут у меня. Хочу небольшой комментарий вот по поводу Никиты. Сегодня Никита у нас будет, да, к сожалению, так как у нас такой ограниченный состав, и гитару перестраивать очень долго, и очень это все чревато опасностями, поэтому спеть сегодня Никита не сможет. Вот так вот. Но на самом деле про Никиту. Он в группе Matchbox, собственно, вокалист. А сегодня он будет гитаристом и клавишником. А по образованию Никита у нас контрабасист. Не повезло. То есть он у нас вообще мастер на все руки, ноги и умеет очень хорошо петь. Поэтому, как бы, если вдруг что, то песни группы Lunchbox всегда можно найти и послушать. Вот. А сегодня Никитос будет меня поддерживать посредством инструмента. Ну что ж, следующий момент. Thank you.
Party life.